Ремонт в Руси продолжается. Как рассказали нам в дирекции муниципального заказа, в городском дворце культуры и кино «Русь» проводятся плановые ремонтные работы. Основное, что предстоит сделать строителям, это капитальная замена электропроводки во всем здании. Согласно графику, работы в кинотеатре продлятся до ноября. Сейчас закрыт малый зал и фойе учреждения. На сеансы люди проходят с торца здания. Большой же зал закроют только тогда, когда будет отремонтирован малый. Так что без остросюжетных кинопремьер горожане не останутся.